И йоу, чуваки, вы на канале Пипиксели, с вами как всегда Андрей. И ребята, сегодня у меня будет просто гора Hot Wheels. Ребята, просто дзыртики, эта вся коробка забита Hot Wheels. Вот это мощь. Кстати, там еще одна осталась. Давай высыпайся, чувачок. Так она что-то не хочет выходить. Здесь, ребята, в общем, идет вот такой вот 52-й Chevy. В общем, ребята, здесь гора вот таких крутых тачек идет. Они тут идут вообще разные, очень крутые и очень мощные. И это мега распаковка. И если вы, ребята, хотите еще тоже мега распаковку, то если это видео набирает 2000 лайков, то я еще раз сделаю одну бомбенскую мега распаковку Hot Wheels. Поэтому, ребята, ставьте Лукаса, я думаю, заслуживаю за мои старания и за это вот все. А если, ребята, это видео набирает 3000 лайков в течение 24 часов, то я вот это вот все, ребята, разыграю. Так что, ребята, ставьте Лукасы и обязательно подписывайтесь на канал. Ну а мы поехали распаковывать. Погнали, ребяточки. Так, первая тачка. Смотрите, у нас Star Wars, ребята, идет X-34 Land Spider. Вот такой вот спидер. Так, погнали его распаковывать. Так, это постельный утик вот. И поехали, я уже жду, не дождусь. Так, погнали. Текст. Достаем точилочку. Вот так вот она выглядит, ребята, просто мощно. Посмотрите, она реально как из фильма. Как из фильма Star Wars. Вау. Просто вот эти турбины, тут такие маленькие колесики идут. Она в основном вся пластмассовая. Но, кстати, верхушечка вот эта вот железная, серьезно. Вот, послушайте. Все равно как пластмасса звучит так. Здесь какая-то штука, смотрите, кабинка. Вот такой вот прикольный. Давайте посмотрим, как она ездит. Вау, вот это мощно, ребята. Она реально как будто вот, ну, колес не видно, она как будто реально плывет. Плывет, словно она летает. Вау. Вау. Окей, открываем теперь 52-й Chevy. Смотрите, как он тоже такой подертый, крутотейший. В общем, погнали его открывать. Текс. Аккуратно, главное, пальцы не порезать. Так, достаем-ка точилочку. Вау, ребята, она вся металлическая идет. Хром, конечно же, пластмассовый и низ пластмассовый. Но выглядит она просто бомбалиссимо. Просто взгляните-ка на нее. Смотрите, как тут пишется надпись. Михтин Макс. Гараж. Ха-ха, гараж. Блин, мне очень, ребята, нравятся вот такие вот надписи, когда идут на старых олдовых машинах. А она плюс еще такая подертая, затертая. Выглядит как реальная старейшина. Старейшина всех старейшин. И давайте посмотрим, как она ездит, естественно. Слабо что-то. Или я слабо запустил. Но она слабо ездит, но, ребята, она, естественно же, не гоночная тачка, правильно? Поэтому она и должна слабо таки ездить. Окей, ставим ее сюда. Вау, ну, тачки просто... Ну, посмотрите, какая она красоточка. Вау. И такое там все так видно, так все красиво. Белиссимо, брависсимо. Окей, теперь, ребята, у нас тут, смотрите-ка, идет. Так, Nissan R390 GT Muscle, как его, ой, точнее, спорткар, да-да-да, давайте его открывать, тоже будем дзырить его. Что у него тут происходит такого интересного? Так. Ребята, кстати, напишите в комментариях, нужно ли создавать видосы про охоту на Hot Wheels. Ребят, напишите обязательно в комментариях, я уже чуть-чуть отснял, но думаю, монтировать не монтировать, поэтому, ребята, напишите обязательно в комментариях, будет интересно прочитать. Вот акенская точила, ребята, смотрите, фары идеально просто прокрашены, выглядит прям как настоящий, взгляните-ка. Посмотрите на эту раскраску, которая переливается, посмотрите, и выглядит при этом очень сильно мощно. Вау. Посмотрите вот на этот низок, как он прям... Такой, как волна какая-то. Вау. Там, ребята, виден руль и все в этом роде. Вау. Пишется, ребята, Nissan, капец, я его приблизил по полной. Ну, ребята, у нее здесь реально все прокрашено. И поворотники, и фары, и с этой стороны тоже. Смотрите, ребята, прям все идеально прокрашено. А также, ребята, может вам видно, может нет, но мне прям видно, как... В краске находятся вкрапинки голубые, такие, знаете, блесточки. Выглядит просто, ну, просто обалденно. Вау, очень круто. Ребята, если вы уловили глазами эти блесточки, то обязательно ставьте Лукасы. Окей, погнали дальше. Так, следующая у нас тачка идет. Aston Martin ON 77. Вот такой он выглядит, вот такой крутотейший. Да, давайте его открывать, смотреть поближе. Вау. Так, ребята, машина идет полностью металлическая, бежевый салон внутри, смотрите, как круто все выглядит. Такая полоса неплохая, кстати, но мне жалко, что полоса не продлевается прям на задик, вот сюда вот. И фары здесь, смотрите-ка, ребят, тоже прокрашены.
выглядит просто классно, очень круто, но, к сожалению, сзади они не прокрашены. Но это такое, это такое. И да, кстати, ребята, здесь, наверное, ошибка, но смотрите, посмотрите-ка, видите, у него здесь идет как бы такой спойлер здесь, да? Что как бы противодуйка такая идет, ну, так наоборот, дуйка такая идет. Ну, а здесь мы этой дуйки... А, кстати, есть тоже. Как я ее не заметил? Смотрите, она вообще незаметна, да? Она есть? Вот она. Кстати, да, я ее сразу-таки не заметил. Думаю, чё-чё-чё? Она вот есть, присутствует. И это круто! Да, классно. Давайте посмотрим, как она ездит, эта точилка. Вау! А мы эту не проверили, кстати, да? Вау! Окей, окей, ребята, окей, бро, окей, бро. Смотрим следующую тачку, и это у нас не тачка, а это Else Driver. Ребята, жесть, у меня еще такой вообще тачки никогда в жизни не было. Вау, прям под него, знаете, так вот сделана эта эмблемка, все такое. Поехали открывать. Я, кстати, ребята, в магазине тоже такой. Я так беру, сажусь и так еду. Прям меня изобразили. Кто тоже так делает, ставьте лукасы. Так, окей, окей, окей. Вау, ребята, она металлическая. И вот этот чувак не металлический. Да, кстати, классно было его тоже бы прокрасить. Это он выглядит просто так нелепо, я бы сказал. Но, вау, ребята, она ездит тоже обалденчески, круто. Так, вот так вот становится чувак и едет. Тут типа как под значок BMW. Isle Driver, тест маркет. О, тестируют маркеты. А, то есть это может быть даже чувак для теста, поняли? Типа тестовые чуваки идут. Ну круто, можно и так еще становиться. Да, блин, мне показалось, что тут сюда можно становить чувака, знаете. Тут выемки такие две, я думал, тут тоже и выемки идут. Но вот так вот становится, типа едет. Кстати, Hot Wheels нутые, это вам идея. Вау, вау, ты. Так, окей, окей, окей. Следующий у нас трек-трак, и это Hot Wheels for Transit Connections. Вау. Вау, выглядит он просто пушечно. Ну, с этой стороны, как обычная, типа, машина по доставке или уборке чего-то. Но, а снаружи выглядит просто передочек. Белиссимо. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Ну, не спешите, сейчас покажу, ребят. Ну, чего вы спешите-то? Вот так вот он выглядит, ребят. Посмотрите на эту мощь. Посмотрите на эту морду. Это просто не USB. Ребяточки, жесть. Вот это просто жесть. Очень, очень круто выглядит, ребята. Очень. Rest Patrol пишется. Такой чувачок, типа, с бородой, как бы, но, как бы, под цвет бежевая борода, как бежевое лицо. Это, конечно... А, это уборка, смотрите. Pepo and Son. Collect. Так, с этой стороны не прокрашено, с этой не прокрашено. Машина идет металлическая, но снизу идет пластмическая. Вау! Ребята, как вы видите, у нас уже тачек куча. И теперь мы отправляем ее. Вау! 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 Выглядит просто обалдейшнс. Окей, идем следующая тачка. И у нас идет 64-й Chevy Chevelle SS. 64-й Chevy Chevelle, все правильно. Urban Quatlan. Quatlav. 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 Да. Открываем эту всю жестину. Текс, 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 текс. Вау! Просто мощнисимус, белиссимус, урбан, ультра. Колесики вот такие идут. Эти побольше, эти поменьше. Так у всех почти. Muscle car, точно. Это вот уже muscle car, ребята. Это muscle car, хромированный задок. Хромированный передок. Хромированный спойлер, точнее, как его. Мотор, мотор. Это мотор, как у форсажа, в общем, у чувака. Давайте проверим, как она ездит. Вау, ребята, она просто супер едет. Она просто вау, и уехала. Так, окей, следующая точилка. Через следующая точилка. Вот океанская, ух тычки. Кстати, ребят, смотрите, она у меня здесь такая идет, бракованная. Но ничего страшного, мы ее открываем тут. Вау, так, это слайдер кик. Слайдер кик, вот так вот он выглядит. Если честно, выглядит вообще не очень. X-Racer. Слабо выглядит. Очень такая даже как будто дешевенькая. Я бы такую бы себе точно не покупал бы. Именно вот эту. Потому что, ну, вау! Че, серьезно, ребята, выдвигается? Ты! У нее выдвигается эта штука. Смотрите, тут даже обозначение. Типа, оно выдвигается. Не, ребята, беру свои слова обратно. Такой тачки я еще не видел, чтобы выдвигалась. Как в духовке. Вау, смотрите, вот ты ее дергаешь. Ух ты! Вау! В общем, ребята, уже советую этот чилу купить. Слайдер кик. Вау!
заради вот этой фишки. Но я еще не видел ни у кого, чтобы так выдвигалась машинка. Вау! Дійсно, це круто! А ты як вважаєш? Так, окей. Что это было на украинской мове? Окей, ребята, погнали дальше. У нас здесь 70-й Джо Чарвер, или Карвер, или Чарвер, или Черджер, RT. Так, у него нету никаких мощностей. Додж Родж я бы себе прикупил бы на самом-то деле. Так, как его тут открыть? Он тяжело тут открывается. Ого, ребята, здесь такая тяжелая штука, пластмассовая. Как бы выглядит как обычная, но так ее было тяжело сейчас открыть. В общем, ребята, выглядит он просто. Давайте сравним две тачки, смотрите-ка. Они прям идентичны, но при этом какая-то круче. Ребята, какая вам нравится, синяя или голубая? Напишите в комментариях. Вау, ребята, тут колеса золотые. Как золотая чаша у нас идет. Тоже, ребята, хром здесь. Но это вообще-то у всех таких, наверное, тачек стилистика была. И это, наверное, его дед, а это его новый материал. Кстати, а этот матовый, я не обратил даже сильно внимания, ребята, просто матовый. Вау, цвет, вообще круто. А это, смотрите, какой, вау. Даниссимо, белиссимо, брависсимо, даниссимо, бравос. Окей, переходим к следующей точилке. Точилос, ребята. Вот токенская у нас идет. Дава Нектар. У него, кстати, ребята, тоже какая-то фишка есть, смотрите-ка. Я еще не знаю какая, но какая-то точно есть. Дава Нектар. Будем смотреть, поехали, ребят. У этих вообще тачек, сейчас, подождите-ка, я думал, это определенная моделька идет, чтобы было. Так, окей, открываем, смотрим, что здесь будет. Давайте назад, передок потрогаем. Но она выглядит, посмотрите, как круто, хромированная, выглядит просто обалдессимо, балыссимо, белассимо, димобелассимо и просто бомбилиссимо. Кстати, вот, ну что она, как она тут делает? Ну, эта штука двигается, да, я вижу. Вот она едет и что, типа? Это я не понимаю, что она может делать. Ну, то есть, на низ только спускается и наверх поднимается, вот она. То есть, вот так вот она может ехать. Ну, давайте проверим тогда. То есть, вы видите, да, что она, тут эта штука опускается на низ. Вот такой становится, как здесь. И может, так сказать, подняться наверх. Но суть, не знаю, давайте проверим. Вот, ребята, мы поднимаем сначала на приподнятые, попробуем посмотреть, как она будет ездить. Ну, так себе ездит. Давайте на опущенной попробуем. Кстати, а разница есть, ребята? А разница есть, подождите. Хотя, нет разницы. В общем, ребята, вот такая вот точилочка идет. Неплохая. 52 пишется здесь тоже. Металлический низ, ребята, она вся пластмассовая. И вот это тоже вот это вот серое, вот это вот железненькое, и это тоже железненькое. Фишки я не понимаю, конечно. Давайте посмотрим здесь. Это чуть-чуть отбираем, баба. А, ну вот, да, вверх-вниз поднимается. А здесь у нас как? А здесь у нас? Ну вот, мы видим, да? Отодвигаем и выдеваем. Все. Окей, ребята, понял эту всю задумочку. Давайте их поставим более качественно, более красиво, чтобы у нас здесь все стояло. Кстати, сколько мы уже тачек открыли? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 тачек пока открыли, ребят, и это круто, и это мушка, и это пушка. Вау, ребята, 89-й, точнее, Porsche 944 Turbo. Это, знаете, такое чисто олдвейт штука, и она идет, ребята, матовая тачка. Это просто, ну... Я вам скажу, это, конечно, не для слабонервных такую тачку себе покупать. Эта тачка заслуживает только настоящих владельцев Porsche. Ребяточки, смотрите, какая она крутая. Матовая. Посмотрите, как выглядит прокрашенным. Вот этот значок Porsche, ребята. Я его не могу даже смотреть своими глазами. А, камера приближает таки. И видно, что тут пишется. Даже здесь пишется какая-то надпись, ребята, как вы можете заметить. Urban. Ультра какой-то пишется. Вот так вот он выглядит. Знак Британии. Porsche Hot Wheels 944. Вау. Чисто олдовый. Тачка с золотыми дисками. Поехали проверим. Вау. Давайте в них прям. Вау. Выбили Star Wars. Ну, матовая классная точила. Не знаю, как вам, но мне просто очень сильно нравится. Окей, идем следующая тачка. У нас идет Bentley 2008 года. Continental GT. Серьезно? Я чистю как картошку Hot Wheels.
Так, окей, 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 брос. Вот так вот выглядит наша Hot Wheels, нутая Бэйбес. Бентли, вау, зеленая. Тут идут такие вам маленькие детали, такие ромбики, как вы можете заметить. Вау, ну так идеально прокрашено, я еще даже не видел ничего. Восьмой номер. Бентли значок, ребята, смотрите, смотрите поближе. Бентли значок. Восьмой номер. Вау, это просто пушка, братцы и сестры. Это просто number one. Это просто супер бан. Это тупер, тупер, дупер. Это супер number one. Вау. Ну, ребята, не зок, конечно, не зок. Это просто вау. Спойлер. Вот это тюнинг. Давайте посмотрим, как она ездит. Как она ездит, эта точилка. Да. Да. Окей, идем дальше, ребята. У нас следующая тачка будет вот такенская, крутотенская. Называется она Airwit Friend Yet Wet Yet какой-то непонятный. И мы его открываем. Поехали, поехали, хлопцы-то, девчатки. Надеюсь, девчатки смотрят. Если нет, то нет. В принципе, это игрушки для пацанов. А вообще, почему для пацанов? Девушки тоже ездят, и у меня есть даже тачка для Барби. Только вы можете увидеть на моем канале, там, посмотрите, да. Кстати, тачка для Барби number one. И это тоже, кстати, из коллекции Барби. Я думаю, девочке такую игрушку подарить, просто пушка. Кстати, ребята, сама машинка пластмассовая, а вот это все металлическое идет. Вау. Да, кстати, ребята, я не мог дождаться, поэтому я вам хочу сейчас ее показать, эту точилку. Потому что, ну, она у меня есть на канале, но, ребята, для девочек, для Барби, кому интересно, посмотрите, какой. Это прям из оригинальной модели, вообще есть оригинальная модель Барби, такая машина. Для девочек она идет вот такая вот громадная, здоровенская идет. Там реально можно садить Барби, но это мини-копия этой игрушки. Смотрите-ка, весь прикол в ней, вот, видите, здесь она открывается, вот здесь вот, смотрите-ка. Так, подождите, я что-то не могу открыть. Вот она, ребята, открывается. И здесь идет, ребята, смотрите-ка, кухня. Типа руки мыть. И такой диванчик сзади. И тут дальше идет там дальше. Типа туалет, наверное. Ну, там уже сами, знаете, придумайте, чтобы логика работала. И также вот так вот она ездит. Да, кстати, вы можете заметить маленький значок пиксели на моем. Это означает то, что я эту тачку уже посмотрел и сделал на нее обзор. То есть она официально прокачана. Так, поэтому можете смотреть на моем канале, там есть более полный обзор этой точилы. Посмотрите обязательно. Вы скажете: Андрей, ты просто топчик. Окей, идем дальше. И здесь у нас идет Hyperfin. Вот такенская точилка. Открываем-ка ее, смотрим, дзырим-ка ее. Ебой, ебой. Так, смотрим, что у нас здесь идет. Вау, ребята, она просто обалденная. 90-60-90, талия у нее очень маленькая. Вау, какая красотка, вау, какая секси. Так, выглядит просто пушка, тачка, не тачка, а какой-то клешня, клешня какого-то омара. Так, Hyperfin, Spice Pfizer из... Смотрите, ребята, кстати, по Netflix, что ли, оно идет или что? Universal DreamWorks, вау. Вау. Hyperfin, давайте посмотрим, как она ездит. Вау, ребята, ну, конечно, прикол. То есть, тут она легкая, да, идет? Но тяга, когда она едет, тяга тянет ее. Вот смотрите, я легко запускаю, и тяга тянет ее, она сама едет, смотрите. Вау, да? Ух ты, круто. Ну прям, может, на камеру это не сильно видно, но я так легко запускаю, и она тягой, вот здесь медленно, и тяга добавляется, и она едет быстрее, ну не знаю. Вау, реально, за счет тяги едет. Вау, круто. Окей, у нас, ребята, кстати, последняя точила осталась. Жесть, смотрите, мы уже все распаковали, и у нас осталась одна машинка. То есть, сколько у нас тачек уже? Раз, два, три, четыре, пять, шесть... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 тачек мы открыли. 14. Ну, это такое уже было открыто. То есть 15 тачек мы сегодня, ребята, открываем. Я думаю, заслуживаю ваш лайкос. Это стоит все очень супер дорого. И прям нереально дорого. Поэтому, я думаю, заслуживаю ваш лайкос. 100 будовска. Так, открываем вообще эту точилку. Так. Nissan, еще раз повторяю, 300, а я вообще его повторял или нет? Nissan 300 ZX Twin Turbo.
У него никаких штук нету, поэтому смотрим. Вау, выглядит она вот таким вот образом, в таком вот темно-синем цвете. Кстати, ребята, фары хочу заметить. Фары здесь идут не прокрашенные, но при этом они реально, ну, как стекло идут. Посмотрите на этот олдовый, на олдовый. Сколько раз я еще кажу олдовый? Да столько, сколько надо! На олдовую крышу, вот, я просто забылся, как это называется, вот это же детали, это называется все-таки крыша. И, ребята, посмотрите-ка, прокрашенные детали. Пар, ну просто пушка, ребяточки, она вся металлическая, выглядит просто олдово, круто, олдскульно, обалденчески и крутотенчески. Вот так вот крутятся вот эти вот колесики. Как спайнер или спиннер, бэбис. Смотрю, как она едет. Бум! Ну, ребята, почти все тачки ездят круто, кроме вот этой вот, но она есть действительно старенький дедушка. Я бы не удивился, да, я бы точнее удивился бы, если бы она гнала как непонятно что, но выглядит она просто вау. Ребята, обязательно напишите в комментариях, какая вам тачка больше всего понравилась. Если вам все это понравилось, то обязательно жмакайте ваши лайки. И помните, 3000 лайков в течение 24 часов, и я это все разыгрываю. Так что ставьте, ребята, лайки. Ну, а там все, ребята, всем пока. И до скорой встречи. Всем пока, ребята, всем пока.